С чего начинается утро, товарищи? А оно начинается с замерзшей машины в минус 37. Заводим. Замечательно. С пульта тяжеловато, но завелась. Холодно, однако. Машина всю ночь не прогревалась. Не знаю по какой причине, поэтому я и вышел. Так я и не понял, в чем причина была. Сигнализация почему-то не сработала на автозапуск. Но машина завелась-то без проблем. Как бы у меня и в 35 заводилась с ключа. А тут я попробовал еще и с пульта. Кстати, так еще и не нагрелась. Греется уже, наверное, минут 10. Но что-то никак не прогреется. Да, в этом году зима нам дает пропукаться, так сказать. Кстати, чувак у меня тоже сейчас бегал с аккумулятором, он тоже ничего не может понять, тоже машина не стала на автозапуск, тоже странная какая-то ерунда, я думал только у меня такая, наверное это, инопланетяне пролетели и заблокировали все автозапуски, но не тут-то было, японцы есть японцы, заводятся в любой мороз, ну почти в любой. Доброе утро. Друг у меня есть в деревне. Баженит. Зовут его. Баженит, это сюда заливается. Это жидкость, если у тебя в замочную скважину попал конденсат или вода. Поэтому заливается в замочную скважину. А ты пытался мне объяснить, что у тебя замки центральные не открываются. Это уже другая история. Ты просто-напросто вот сюда крюк сделай, натяни жгут, и сюда крюк, и вот так вот жгут. Когда будешь ехать, двери не будут открываться. Вот. Это самый верный способ для ларгуса. Цепляешь сюда, жгут натягиваешь, цепляешь туда. Если задние двери открываются, отсюда туда жгут цепляешь, оттуда сюда жгут цепляешь. И тогда 4 двери не открываются. Приехал в магазин, аккуратненько открыл в натяжечку, дверь сама закроется. Это этот авто, жгут и автодоводчик. Вот так вот шпуньк и закрылся. Короче, это вот мой тебе совет, потому что другое тебя больше ничего не спасет. Да, точно.